Здравствуйте, дорогие телезрители! Рад вас снова приветствовать в нашей кулинарной студии. И сегодня, чтобы поговорить о традициях и костюмах народов Поволжья, я пригласил в нашу студию кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии Елену Геннадьевну Гущину. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Добрый день, Владимир. Рад вас приветствовать. Рада быть здесь. Елена Геннадьевна Гущина. Закончила исторический факультет Казанского государственного университета. Кандидат исторических наук. Темой диссертации – этнографическое собрание Императорского Казанского университета. История формирования и развития. Заслуженный работник культуры Татарстана. Член Общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан. Член ученого совета Национального музея Республики Татарстан. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить очень такую простую версию, современную интерпретацию традиционных блюд. Кыстыбый, такой студенческий вариант кыстыбый, который все знают, традиционное татарское блюдо, и пельмени под коголи, марийское блюдо, но тоже с интерпретацией, с тем рецептом, который мне вот посоветовала одна знакомая. Говоря о традициях народов Поволжья, будем это еще и воплощать в жизнь. Хорошо, тогда давайте начнем с лука. Начнем с лука. Нам его нужно порезать и обжарить. Давайте совместный труд объединяет. Да. Кстати, говоря о традициях, для многих традиционно это кыстыбы с картошкой. Угу. А когда картофель у нас появляется? При Петре Первом, а точнее при Екатерине Второй, потому что Петр Первый не научил крестьян картофель сеять. Ну и Екатерина Вторая. В общем, во второй половине 18 века. Да. Картофель и крестьяне по всему, по всей Евразии, по всей Европе очень долго проживался. И сколько было? И картофельные бунты. Бунты, да. Конечно. Не понимали, да, что и как делать. А что было до этого? С чем были те же самые кыстыбы? Что использовали до картошки? Наверное, какую-нибудь гречку или пшеницу. Крупу. Совершенно верно. Использовали крупу, и вот еще не так давно у нас в магазинах можно было купить кыстыбы как с картошки, так и традиционно с кашей. Да, и вот это вот были такие одни из первых кыстыбы. Ну и название кыстыбы – это не единственное. В некоторых районах Татарстана их называют кузикнек, в некоторых якмыш. И для всех это будет... А вот чем такое различие вызвано, интересно? Распространенное блюдо. Локальными местными традициями. Mm-hmm. Поэтому очень часто, когда у нас говорят, традиционно было так, надо спрашивать, для кого традиционно, в какое время. Для какого района Татарстана? Для какого района, для какой социальной группы, да? Потому что крестьяне, мещане, дворяне ели несколько разные, ну и носили совершенно разные. Елена Геннадьевна, как вы пришли к изучению традиционных традиций, да? Нарядов, костюмов? Кухонь. Вам всегда это было интересно или это как-то в процессе обучения? В процессе обучения, конечно. У нас были замечательные преподаватели, педагоги, этнографы. Гузель Рафаэловна Столярова, Татьяна Алексеевна Титова. И когда на ИСФАКе мы изучали этнологию, в этот курс невозможно было не влюбиться. Даже в самые суровые зимы эти пары мы не прогуливали. И я влюбилась в этнографический музей нашего университета и долгое время там работала. Начинала от волонтера, лаборанта, потом долгое время работала в должности директора этого музея. И вот как-то так, само собой, все пришло к изучению традиционной культуры. Невозможно, находясь в этом пространстве, не изучать традиции. И мне довелось видеть наших старших этнографов, советских этнографов, которых сейчас уже нет в живых, и... Это прекрасная наука. Это самая, на мой взгляд, человечная, гуманитарная наука, которая изучает не столько прошлое, а настоящее. То есть всегда этнографы занимаются изучением настоящего. А на прошлое смотрят в позиции современности, то есть как эта традиционная культура трансформируется в современном мире, как изменяется и что несет. Мы нарезали наш замечательный лук, теперь можно переходить к обжарке. Обжаривать, да, безусловно. И вот, говоря о Поволжье, стоит отметить, что это регион поистине межнационального общения, всегда был перекрестком самых разных торговых путей. Это вообще перекресток, даже не перекресток, а пограничье. Пограничное и природно-географическое, пограничье культурное, имеется в виду культура оседлого населения, земледельцев, да, и скотоводческого, кочевников, да, это религиозное пограничье, политическое и веками сформированные традиции совместного проживания, добрососедства, одинаковых, единых природно-географических вот этих вот условий, конечно, формировали очень много общего в культуре. Можем ли мы выделить какие-то интересные моменты, детали костюма
народов Поволжья? Да. Они схожи, они разные. Мы можем выделить. Более того, сейчас в Республике Татарстан при поддержке РАИС Республики был реализован очень крупный большой проект по воссозданию традиционных костюмов. Как раз, чтобы это было такое визуальное пособие для всех, кто занимается этнической культурой, для всех, кто хочет посмотреть. И вот ученые Казанского университета в этом проекте сыграли ведущую роль, в том числе я была научным руководителем этого проекта. И там мы видим, что несмотря на то, что люди делали одежду из одинаковых тканей, нужно помешивать, да, чтобы пригорело. Ну, у нас здесь произрастал лен, конопля, и традиционно все занимались изготовлением домоткани, домашнего холста, который потом меняется на пестрить. Сейчас вам расскажу про эту интересную ткань. А потом появляются фабричные ткани. Да? То есть люди покупали в зависимости от достатка, по сути, одну и ту же ткань, которая была модная, которая была интересная, да, которая была доступная для каждой семьи, для каждого социального уровня. И одинаковую ткань мы можем видеть на русском шугае, да, на татарском камзоле, вполне себе пазументы одинаковые, что покупались на ярмарке абсолютно у всех. Но при этом мы же никогда не перепутываем костюм, да? Это тот вот самый зримый, самый зрелищный маркер, код культуры. И когда мы смотрим на кого-то, мы же сразу считываем эту информацию. А вот что позволяет нам ее считать? Какой-то цвет, какие-то орнаменты, комплекс, всего, да? Все комплекс. Потому что даже в орнаментах, на самом деле, ну, смотрите, у нас же здесь люди проживают, опять, в одних и тех же природно-географических условиях, занимаются земледелием, видят те же звезды, и для земледельцев очень важно солнце, своевременный дождь, засеянное поле, и все это мы видим в узорах. Засеянное поле, ромбы, которые дают сходы, звезда восьмиконечная, восьмилучевая тоже присутствует много где. То есть символы тоже перекликаются на самом деле и очень так хорошо перекликаются. А вот в целом комплекс, набор украшений, он, конечно, уникален у всех. Но еще появляется мода. В народном костюме была мода. И поверьте мне, крестьяне были большие модники. И мужчины были в большей степени даже модными, чем женщины, потому что проводниками моды в деревне были именно мужчины. Уходя на отхожий промыслов по реформенной России, они приходили сами в обновленном таком виде, уже там и жилетка появляется, и пиджак, и картуз у всех влияний города, но еще и своим женщинам своей семьи, дочерям, супруге приносили какие-то модные новинки. Так, теперь у нас лук подрумянился, уже даже начинает немножко прогорать. Нужно разделить на две части, потому что сюда и сюда мы добавим лук. А вообще, если говорить про народ Поволжья, у нас были территории, были регионы, такая луковая страна, левобережье Волги, где исторически занимались именно выращиванием луков в приформенный период времени. Вот, допустим, село Танайка, там выращивали лук на продажу много, массово это было, и у них сохранился рецепт лукового пирога. Удивительно. Ну вот вы луковый пирог, что слабо себе представляю. Франция какая-нибудь, да, луковый суп. А вот себе, пожалуйста, наше Поволжье, где делали луковый пирог, мы зафиксировали тоже рецепт этого пирога, как его готовили, они и лук лизали по-особому, и вообще жители этого села очень такие интересные, они в прошлом году в первый раз провели луковый фестиваль, то есть возрождают такие вот традиции, это к тому, что этнография, она имеет практическую цель. Понимаете? Возрождение традиций, не только их изучение. Безусловно, изучение, сохранение, популяризация и актуализация, то есть мы все практики. Так, теперь нам нужно добавить, если начинка для наших таких студенческих костовых готова, то в начинку для вареников мы еще добавим творог. Давайте его вы нужно добавите, а я перемешаю. Давайте. У нас с вами такой будет творческий тандем. Вы уже говорили, что ездили в этнографическую экспедицию. Я думаю, нашим телезрителям, я думаю, много таких экспедиций на вашем счету. Вот. Чем она может отличаться, например, от археологических экспедиций, которые, я думаю, более знакомы широкому кругу зрителей? Не мешайте. Но
объектом исследования. Смотрите, историки изучают документы в архивах, в библиотеках. Археологи копают историческое прошлое. Объектом исследования и изучения этнографов является человек. Поэтому, знаете, иногда люди даже не задумываются ни о своей этнической, ни о социальной принадлежности, ни о каких-то особенностях традиций, бытований. Да? Об этом задумываются этнографы. Подготовили нашу замечательную начинку, теперь можем переходить к лепке непосредственно. Да, ну, кстати, нужно сказать, что вообще начинка могла быть абсолютно разная. Тут и с добавлением зелени, и опять с разной крупой, с разными вариациями. Берем и лепим такие вот стандартные вареники. На самом деле, способов тоже того, как залепливать, оформлять пельмени, тоже существует масса. И вообще, вы знаете, когда приезжаешь куда-то, и вот в блюдах, в оформлениях блюд существовало такое, что даже в разных деревнях соседних делали немножечко по-другому. Говорит, ой, да это она оттуда, она замуж сюда вышла, вот у нее там другое, вот у нее такой-то вот узор был, у нее такое-то вот оформление было, не вот это вот так вот. Но мы с вами будем делать такой простой вариант, студенческий у вас будет, да, без декора. Я немножечко с декором вышел. Давайте вернемся, наверное, к обсуждению костюма в первую очередь. Вот мне очень интересно узнать, какие традиционные элементы костюма народов Поволжья мы можем выделить. Ну, слушайте, все носили... Схожесть в орнаменте. Рубаху, да, во-первых. В первую очередь, да. Рубаха элементы, и штаны одежды были у всех. Различалась длина, различался набор элементов, с чем эту рубаху носили. Где-то это основная одежда, где-то рубаху убирали под сарафан, под разные кафтаны, да, но это у всех, и у мужчин, и у женщин. Все у нас носили рубахи, дети, кстати, тоже, да, надевали. И одежда, ну, естественно, различалась праздничная и будничная. По сути, она различалась набором аксессуаров, да, потому что и элементы-то общие, а вот на праздник тут уже... Было очень много таких вот дополнительных украшений, дополнительной красоты, потому что это такая визитная карточка. Эти украшения тоже производились собственными силами или уже как раз закупались в городах? Вот какие-то сами делали, какие-то закупались, как и вышитые колфаки или кокошники, да, то что-то такое, что было действительно дорого и на всю деревню могло быть, ну, там, в единственном экземпляре, если это расшито золотом, все, только очень богатые люди себе это могли позволить. Вообще, женщина – визитная карточка в традиционной культуре семьи, отца и мужа. Поэтому женщину одевали, и особенно, ну, когда замуж надо выйти, да, там надо красоваться, надо во всей красе показаться, еще несколько раз наряды сменить на общественных праздниках, чтобы видели. Ну, вообще, какая невеста самая такая востребованная? Ну, какая-то дорого-богато украшенная, наверное. Богато украшенная, ну это хорошо, а еще что? Работящая. Ну, конечно, естественно, хорошая хозяйка, да? Да. И хорошую... И помощница на поле, если уж мы говорим о земледельческих обществах. Конечно, потому что это рабочие руки, которые приходили в семью, и поэтому у многих девушку-то не особо рано стремились отдавать замуж, потому что такая... Помощницу. Ну, сама нужна, из дома, да. А как можно было понять, хорошая невеста или нехорошая? Хорошая она хозяйка или нет? Наверное, по кухне, нет? Ну, в какой-то степени, да. Но вас же не сразу позовут к столу, правильно? Мы, конечно, помним сказку «Морозко», где там попросили Марфушеньку выполнить ряд действий, да, которые она не сделала. Но самый простой способ – это как раз продемонстрировать свое умение, показать, что ты сделал. Показать те же самые вышитые полотенца. У всех у нас, у народов Поволжья, девочка начинала готовить приданное задолго до свадьбы, и она изготавливала полотенца, которые потом продолжала использовать всю свою жизнь. То есть вот наши этнографы в экспедициях зафиксировали, что до 50 полотенец она готовила в предсвадебный период. Даже приходя в дом к жениху, невеста меняла полотенце свекрови
на свои. Да, вот такая, такой важный маркер, что теперь новая хозяйка. Легитимизация. Ну, плюс еще она вышивала те символы, которые вышивала ее мама. Это было таким оберегом, да, неким образом. Ну, и мужчины тоже модничали, как я вам уже говорила. Ну, допустим, смотрите, популярно появляются какие-то жилеты, сюртуки, и мужчины начинают, ну, как можно показать, что у тебя есть деньги, средства, что-то такое вот обеспеченное, модное. Ну, купить что-то очень качественное, дорогое. Интересное, допустим, часы. Карманные. Карманные часы, да. Тут кармашек был, а если хочется выделиться как-то, средств на часы не хватает. Цепочку от часов. Правильно, Вадим, совершенно верно. Никто же не будет проверять, лезть у тебя в карман. Но цепочку ты повесишь, и очень так вот... Вот и современные студенты знают, как пыли в глаза пустить. Во все времена, не приходящие традиции. Да, да. В любую традицию входит какая-то инновация, и с течением времени эта инновация становится традицией. Ну, мы успешно налепили некоторое количество пельменей. Не все из них получились красивые. Но у Елены Геннадьевны точно получилось лучше, чем у меня. Потому что вот все, которые без кантиков, это вот мои. Без вот этих хвостиков. Но они тоже имеют свое очарование. В простоте, да? Да, конечно. Давайте мы тогда их переложим в кастрюльку. Давайте я буду держать, а вы перекладывать. Давайте. Вот мы с вами говорили о костюмах. Какие традиционные орнаменты мы можем выделить? Мы уже немножко затронули эту тему. Орнаменты у нас, ну, вообще, так, держите двумя руками, чуть-чуть я помешаю. Геометрические у всех присутствуют. Растительные орнаменты, безусловно, все то, что появлялось. Зооморфные, антропоморфные, там, где это было разрешено по религиозному воззрению, то есть на костюме мусульман мы не увидим зооморфных и антропоморфных, но, допустим, в русском костюме это часто встречается, как и на полотенцах. Очень хороший тоже момент, вот вы оговорились, не оговорились, что и в русском костюме тоже, да? У нас с самого начала разговор пошел в таком русле, как будто вот русский народ не часть народов Поволжья, да? Ну нет, почему? Русский костюм у нас здесь имеет очень много интересных самобытных. Он изменяется, черт. Да? В отличие от центральных районов, здесь какой-то другой. Локальные варианты, конечно, есть локальные варианты, есть свои особенности. Вообще в костюме всех народов, ну вот Татарстана возьмем еще уже, не в целом Поволжье, не среднее Поволжье, а народы нашего Татарстана. То, что бытовало здесь все имеет свои тоже особенности. Подкоголи. Картофель отварили и приготовили из него пюре. Мелко нашинкованный репчатый лук обжарили на растительном масле и добавили к картофелю. Творог размяли вилкой и соединили с подготовленной начинкой. Мы использовали фабричные заготовки для пельменей. В середину каждого кружочка положили начинку, края залепили в виде косички. Варили подкоголи в кипящей воде около 5 минут после всплытия. Постоянно помешиваем. Переходим к приготовлению наших замечательных костыбыев. Давайте вот по лавашу возьмем. Давайте, да, держите. Спасибо. У нас будет такая упрощенная версия, да, мы сейчас половинку заполняем картошкой. Да, и потом обжарим на сливочном масле. Хорошо. А вот эти локальные вариации, они формировались под влиянием как бы подавляющего большинства населения? Ряда факторов, в том числе, естественно, межэтнического взаимодействия, но и откуда пришли, с кем взаимодействовали, что было модным, да. Вообще, смотрите, если вы хоть раз были на празднике Каравон, не было, к сожалению. Надо обязательно это исправить. Володь, надо съездить, потому что он очень интересный. Вообще про это можно долго рассказывать, потому что не так давно было тоже проведено исследование, подготовлен материал по инициативе Русского национального культурного объединения, фильм, книга, и там тоже принимали участие этнологи Казанского университета. Так вот, там вы можете увидеть локальный вариант костюма, который бытовал у нас в Казанский уезд, Лаишевский уезд, Приказанские районы, и который там сохранился до середины 20 века. И именно этот костюм включен в объекты нематериального этнокультурного достояния России. Хороводы никольские, этот костюмный комплекс, еще карла батпасы, грачиная каша татар-кукмурского района и праздник Троицы у кукмурских удмуртов. Сейчас это все можно посмотреть на сайте проекта. В
чем особенности? Рубаха и сарафан. То, что носили такой северный вариант костюма. Смотрите, как у нас красиво. Угу. Вот это залеплять не надо. Смотрите, как прям идеально, да? Идеальная форма. Спасибо. Хоть где-то отыгрался. Прям. Пожалуйста. Спасибо. И рубаха, сверху сарафан. Сарафан уже носили круглый, они тоже были разных типов. Запон, фартук, который повязывается вот тут вот сверху. А еще, поскольку это было из дорогих материалов, действительно, костюм у всех. Это не только духовные ценности, о которых мы сейчас часто говорим, но и материальные. Так вот, пояс завязывали не на талии, а пояс обязательно русский повязывали. Угу. А завязывали здесь, вот повязывали пояс, для того, чтобы не портить, не деформировать эту ткань. Красивую, дорогую. А вот головные уборы у всех у нас отличались: девичьи и женские. И вообще, ну, мужчины примерно ходили одинаково. Мальчик, юноша, мужчина. Ну, тут стариков все попроще, как у старух, да? Ну, там небольшие вариации. А вот женский костюм, он очень долго сохранял свои самобытные черты, элементы, и он отличался. То, что носила девочка, девушка на выданье, невеста, женщина, которая вышла замуж, но еще не родила детей, женщина, которая может рожать детей, женщина, которая уже не может рожать детей. Все это в костюме считывалось. То есть это язык культуры. Костюм — это язык культуры. Для меня на самом деле было удивительным. Я, конечно, все-таки больше привык есть лаваш с мясом. Конечно, это блюдо, я к нему отношусь с большим уважением, оно мне очень нравится. Но первоначально для меня было шоком, как в лаваш можно не положить мясо. Ну, традиционный КСТБ — это все-таки не лаваш, да? Это у нас сейчас с вами такая вариация. Но по поводу мяса, шашлыка и прочее наше все. Крестьяне мясо понятно. Не жарили, мясо, естественно, ели. Но вот это вот жареное мясо, шашлык и прочее — это новомодные тенденции зажиточных людей. Почему крестьянин никогда не будет жарить мясо? Потому что его можно сварить. Это и мясо, и бульон, да? А если мы пожарим, у нас только мясо ужарится. Мы подготовили наши такие еще пока не румяные костыбычки к приготовлению, поэтому можем начать обжаривать. Да, на сливочном масле. Масло любили, естественно, это тоже праздничное, дорогое блюдо, балмай, которое готовили, и костыбы должны быть очень хорошо в масле, прям купаться. Мы сейчас с вами тут обжарим их так со всех сторон. Ну, я думаю, вы будете обжаривать. А я вам буду дальше рассказывать. Хорошо. Мы с вами остановились, кстати, на том, что костюм – это и материальная ценность тоже. И материальная ценность тоже. Костюм спасал людей в сложные времена. Голод в Поволжье, он очень сильно ударил по традиционной культуре, по быту. И у респондентов там 30-40-х годов, которых часто сложно встретить, где-то найти, часто они спрашивают, что это было. Да ничего не было, ничего нет, непонятно как. А потом разговариваешь в разговоре, говорят, да, было, у мамы было, от бабушки там доставалось, потому что это передавалось по наследству. Ну, дорогие, хорошие ткани, которые там и перешивались, и дорабатывались. Все эти продавали. Продавали во времена голод, обменивали на еду. И вот бабушки говорят, ходили в ту деревню, обменивали на картошку, на базар ходили, еще что-то где-то. Встретила в источниках такое упоминание. На каравай хлеба выменил 3 штофных сарафана. Штоф – дорогая шелковая ткань с печатными, с такими орнаментами, с узорами. То есть, ну, представляете, как? Но все равно что-то сохранялось. Mm-hmm. Мы сейчас это видим в музеях, мы сейчас видим в коллекциях. Спасибо. Я, кстати, про костюм еще, знаете, хотела добавить. Как у нас выражение есть такое, ну вот, что женщину сначала услышишь и только потом увидишь. Потому что идет, вся звенит, украшения издают звуки. Потому что украшения выполняют 3 важные функции. Ну, первая какая? Украшение. Декоративное, украшать, действительно. Потом вторая функция — показать внимание, социального статуса, да? А третья, наоборот, отпугнуть нежелательное внимание, дурной взгляд, да? Одеваем же мы до сих пор сейчас всякие, ну, такое, даже неосознанно, какие-то вещи мы повторяем, то, что было там испокон веков. Ну, почему в том числе женщина после вступления в брак закрывала волосы? На всей территории Евразии у нас
девушка ходит с непокрытой головой, оставляет косу, ее видно, или надевает чехол какой-то на косу, но ее все равно видно. А после вступления в брак, даже на свадьбе были, у марийцев, у удмуртов женщины, которые расплетают девичью прическу, женщина, которая делает женскую прическу, меняет прическу, меняет головной убор. Все, ты в новом статусе. Тоже вот определенная вера в функцию волос. Так, мне кажется, все, уже можно его снимать. Сейчас мы дожарим остальные костыбы и будем переходить к дегустации. Костыбы. Картофель отварили и приготовили из него пюре. Мелко нашинкованный репчатый лук обжарили на растительном масле и добавили к начинке. Мы использовали готовый круглый лаваш. На одну половинку лаваша положили подготовленную начинку, накрыли второй половиной и обжарили двух сторон на сливочном масле. Итак, мы все подготовили с успехом, да? Теперь можем переходить к дегустации, я думаю. Попробуем? Да, давайте начнем с костыбы. Мы их порезали, чтобы просто удобнее было брать. Кусать. Да. И как вам студенческая версия? Упрощенная в приготовлении, но не потерявшая изящество во вкусе. Ну и вот у нас в Поволжье, конечно, разного рода вареники, пельмени с начинкой совершенно, как я уже говорила, разнообразные тоже готовили. Очень интересно, конечно, соленый творог немножко непривычно, но некоторая доля экзотики здесь есть. Но надо пробовать, да. Надо все расширять границы познаваемого. Конечно, безусловно. И сегодня мы проделали в этом большой путь, как мне кажется. А на этом, я думаю, мы можем подводить итог нашей сегодняшней передачи. Спасибо большое дорогим телезрителям за то, что они нас смотрят. А мы будем и дальше приглашать специалистов в самых разных областях научного знания. В политологии, в социологии, в востоковедении, в этнографии. Для того, чтобы познавать самые разные аспекты науки, научного знания и нашей с вами жизни. Спасибо, Елена Геннадьевна, за то, что пришли. Спасибо большое. И вы совершенно правы, что культуру нужно пробовать на вкус.